Дом номер 15 по советскому проезду был построен в далеком 68-м году. По словам местных жителей, трубы здесь никогда не менялись. Последние 30 лет люди испытывают большие неудобства. Прогнившие коммуникации не выдерживают. Канализация протекает в подвал. От этого на первых этажах ощущается неприятный запах. Появились тараканы и крысы. Запах ужасный. Дышать просто невозможно. Вот в подъезд входишь, и сразу чувствуется вот этот запах канализации. Аварийная ситуация идет в доме, что уже все прогнило, и каловые массы поднимаются уже в квартиры первого этажа. Ситуация обострилась в минувшую пятницу, когда произошел очередной прорыв трубы, что привело к затоплению подвала фекалиями. Местные жители обратились в свою управляющую компанию, сотрудники которой проблему решить не смогли. После многочисленных обращений жильцов в администрацию Ленинского городского округа и к своему депутату ситуация сдвинулась с мертвой точки. Ко вторнику подвал очистили от фекалий. Причину аварии депутат Павел Русаков видит в том, что сотрудники управляющей компании ненадлежащим образом выполняли свою работу. Не досмотрели за состоянием труб в доме. Их давно надо было менять. Еще одна возможная причина протечки – засор, который создают сами жители, сливая в унитаз различные бытовые отходы, в том числе строительный мусор. Совместными усилиями быстро устранили протечки. Грунт сняли вместе с отходами жизнедеятельности. Все это вывезли, произвели санитарную обработку. На момент приезда нашей съемочной группы канализация снова начала подтекать. Устранить проблему в корне можно только путем полной замены труб. Данные работы уже запланированы. Мы проговаривали с управлением ЖКХ администрации городского округа, Ленинского городского округа, вопрос о замене этой трубы в принципе, да, то есть вынимание ее и установке новой. И второе, это уже собраны документы и поданы в администрацию о включении в краткосрочный план региональной программы по капитальному ремонту замен канализационных труб в подвале. Сливную трубу планируется заменить в течение полутора месяцев. Капитальный ремонт подвала будет сделан в течение следующего года. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.